В Абакане разыскивают вора, который украл дорогостоящий велосипед из подъезда многоэтажки. По информации МВД, это произошло 15 марта около 3:30 ночи на улице Комарова, 5Б. Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения. Неизвестный похитил черный велосипед BMX. А до дома молодой человек доехал на велике «Стелс», который тоже похитил той же ночью из подъезда на улице Ленинского комсомола. Любую информацию о разыскиваемом просьба сообщить в полицию по телефону 102. С 1 апреля в России дополнительно проиндексируют социальные пенсии на 3,3%. Соответствующее постановление утвердило правительство. Для увеличения выплат из федерального бюджета будет выделено 15,5 миллиарда рублей, пишет об этом «Коммерсант». Решение затронет 4 миллиона человек. Напомним, социальные пенсии получают граждане, которые не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Традиционная индексация таких выплат проводится раз в год 1 апреля. Тем, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума, в регионе производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня. Лицей имени Николая Генриховича Булакина победил в престижном конкурсе. Учреждению присвоен статус инновационной площадки Федерального института изучения детства, семьи и воспитания. В оргкомитете конкурса поступило больше 1800 заявок, а Абаканский лицей вошел в число лучших. Как сообщает городская мэрия, теперь с каждой инновационной площадкой будет подписано соглашение о сотрудничестве сроком до 30 декабря 2024 года и разработан план на год. Победители ждут новые методические материалы, концепции и модели воспитательного процесса, курсы повышения квалификации, научно-практическая конференция. А значит, Абаканский лицей имени Николая Генриховича Булакина ждет реализация новых идей и проектов.